Значение магнитного потока зависит от величины магнитной индукции и площади контура. Поместим контур в однородное магнитное поле. Не меняя площади контура, поместим его в магнитное поле с более сильной индукцией. Магнитный поток, пронизывающий контур, при этом увеличится. Увеличим площадь контура, не меняя магнитного поля. Число линий магнитной индукции, проходящих через контур площадью S1, существенно больше, чем через контур площадью S. Поэтому можно утверждать, что увеличение магнитной индукции и площади контура приводит к возрастанию магнитного потока. В случае, когда линии магнитной индукции перпендикулярны плоскости контура, формула для вычисления магнитного потока выглядит следующим образом. Величина магнитного потока зависит от того, под каким углом линии магнитной индукции пересекают контур. В общем виде формулу магнитного потока можно записать так –